Кино – это большое пространство, где работает очень много людей. Поэтому, наверное, для меня рецепт успеха – это трудолюбие, некий фанатизм своим делом. И причем этот фанатизм у вас должен наступать вот в момент, когда вы согласились. Это еще связано с какой-то добропорядочностью. Актеры, мне кажется, в большей степени социофобы. И вообще у нас много, куча разных фобий, но очень странно, что как только мы входим в кадр, я дико боюсь высоты. Вот. Но я лазил по карнизам на высоте там, 8-го этажа или еще что-то, потому что у меня внутри есть какая-то гаечка, которая говорит: так, вот это работа, это кино, это уже не ты, это герой, и это надо сделать. Меня очень любят некоторые операторы, потому что я могу идеально перемещаться по кадру. И это в первую очередь там, благодаря сериалам. Потому что ты понимаешь рисунок света, куда тебе можно вставать, куда тебе нельзя вставать. В какой момент ты можешь взять телефон, тебе надо замолчать, потому что записывает звук. Творчество – это очень хорошо, только оно должно быть организованным и в системе. Иначе ничего не получится. Это получится полная мура и ахинея. Есть еще такая примета: если люди много смеются на съемочной площадке, то в итоге никто в зале смеяться не будет. А если все ходят, значит, загруженные и пытаются какую-то работу сделать, снимая комедию. Правда, у меня на очень многих комедийных съемочных площадках никто не смеется. Дерзайте, никого не слушайте, берите от всех самое лучшее, вот, а самое худшее оставляйте позади. Удачи!